В Ульяновске стартовала отчетная кампания городских депутатов. Первым свой список дел опубликовал Владимир Шиянов. Избранник также показал, депутатская приемная может стать многофункциональным центром для простых людей. Его опытом заинтересовался губернатор Сергей Морозов. Подробнее Эдуард Истомин. В спортклубе «Орбита» обычные будни. Здесь отрабатывают удары и приемы юные кикбоксеры. На тренировку пригласили Сергея Морозова. Губернатор сделал памятное фото с детьми. Ему подарили комплект спортивной формы. И все же не одним кикбоксингом едины. В «Орбите» есть также кружки по интересам, а еще депутатская приемная. По сути, это многофункциональный центр. Я согласен. Мне нравится такой подход, потому что такой своеобразный многофункциональный центр, который позволяет одновременно здесь и спортом заниматься, и дополнительным образованием заниматься, и депутату работать. В округе хотят внедрить проект «Активное долголетие». Эту инициативу поддержали местные жители. По их мнению, жизненная активность – это хорошая альтернатива болячкам и депрессии. Заниматься спортом, гимнастикой, танцами, может быть, даже в шашки, в шахматы, с кем-то поиграть, чтобы было общество. Потому что действительно, когда человек один, он замыкается в себе. А вместе мы всегда сила. Наши пенсионеры, такого возраста люди, они нуждаются в общении, и не мешало бы открыть такие клубы. Отчет депутата Шиянова – второй пункт в повестке дня. А первое – это награждение. Ветеранам войны и труженикам тыла вручили памятные медали. Они посвящены 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Сам отчет депутата длился недолго, но зал был забит до отказа. Владимир Шиянов начал доклад с общей статистики. Более 300 обращений от избирателей поступило в его адрес в прошлом году. Львиную их долю решили положительно. Строится дворец единоборств. В конце 2019 года мне удалось получить положительную экспертизу здания. На сегодняшний день, благодаря губернатору Сергею Ивановичу Морозову, выделены средства из федерального бюджета на сумму 256 миллионов рублей. Спасибо. В активе депутата отремонтированы тротуарные Ефремова, Отрадный и Рябикова, а еще новые детские площадки в 9 дворах. На очереди установка малых архитектурных форм возле других домов. Есть планы по строительству 4 спортплощадок с резиновым покрытием. Владимир Шиянов также предлагает развивать в округе зеленую зону. Эдуард Истомин, Александр Абрамов, Вести Ульяновск.